Приемная семья на основании постановления администрации города Сургута продала часть квартиры, принадлежащей опекаемой, обязавшись купить ребенку новое жилье в Тюмени. Ни денег, ни жилого помещения приемная дочь не дождалась и была вынуждена обратиться в суд. По данным пресс-службы Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, суд Анапы вынес решение взыскать с опекунов около 1 миллиона 800 тысяч рублей. В итоге долг опекунов был погашен в полном объеме.